И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас хоррор, называется GM Hell 3 Sword. Да, вроде так, если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. Димочка, поздравайся. Всем привет. Будешь переводить или нет? Ты Димас Hell 3 сказал? Ну, вроде так она читается или нет. Hell 3. Так, смотри, правило, не использовать ноуклип, использовать только фонарик и... монтировку. Так, погнали. Ваша миссия. Ой. Ваша а миссия. А, все, Димон, я нажал. Ну просто. Я думал, то все, конец. Все, начинается наша миссия. Давай исследовать. Давай не спеши, не спеши, потому что тут везде что-то, как всегда. О, тут может что-то быть. Сразу проверяем все. Так, комната один. Первый скример, ребята, есть. Ставьте лайки, будет веселее, веселее. Или страшнее, еще не знаю. Опа. Слышишь? А, слышал? Звуки. Да, кто-то дышит, как будто шипит. Дышит мне в ухо прям. Да что она дрожит, все, мужики, вы чё? Ломаем все. А слышишь, это кто там рвет вообще, что с мутантом? За шкафами может что-то быть. Все проверяем. Да, я все проверил, тут вообще ничего нету. Димас, ты в соседней, вот да, здесь комнате? Вот. Эти застряли. Сюда. Ух ты! А! Мужик, ты чё тут летаешь? А ты купался? Где, купался, зомби. Я думал, ты за мной пошел. А ты куда-то в другое место пошел? Не, да. Я тут скримеры хожу, ловлю. Вот я, вот я тебя вижу. А, вот. И чё ты там? Исследовал что-то? В душе зомби сидел какой-то, монстр. А, вот, я, короче, комнату какую-то нашел. Пошли. Сатаническую, смотри. Воу, сейчас что-то будет. Ой! Рядом штыри вылезли, но не убили. Нифига себе, вот это меня чуть не поткнуло. Может, надо побить? Не, давай уйдем отсюда. Тут вообще ничего нету. Вот ты убийца шкафов. Так, давай в начало карты пойдем. Пойдем. Пошли. Водички нельзя бахнуть. Я тут просто. Там ты двери все открыл, вот прям все-все. Не-не-не, пойдем, мы потом еще зайдем туда. Вот сюда. Вот сюда. О, дверь открылась. Давай тут поломаем. Там удары какие-то. Ладно, давай. А чё в ящиках ничего не снимаем? Да нафиг. А тебе ящики бросили? Мы только начали, нас уже тут ящики кидаются. Убийцы шкафов и ящиков. Открывайте двери нам. Так, ну тут... Может где-то кнопку нажать надо? Да, я, конечно, что-то обосрался. Не ссы, я так 100 раз делал. Так, вот здесь вот, пойдем сюда. Идешь? Иду. Так затих прям. Я просто иду и слушаю. Может, что-то нажмем? Тут не разбивается. Ничего. Нажимай, вдруг что-то заработает. Я уже все понаклясывал. Хорошо, давай тут соседнюю дверь пойдем. Во, а вот здесь какая-то моча. Кто-то обоссался. Обоссались. Обосран. Пойдем. Карта весит 12 мегабайт, а столько всего крутого здесь. Так, а вот это спавн, по идее. Ну, нам туда нельзя. Все, Димас, вот это уголок, мы тут все посмотрели. Mm-hmm. Вот здесь все. Так, вот сюда мы еще здесь не все смотрели, вот здесь вот. Давай сюда. Просто куча дверей. Опа! Ого! Ой. Скрип сработал. Чувак исчез. Это пила в нем была, да? А теперь ты заходи, по очереди будем. Иди вперед, иди. Иду. Ну тут... А-а-а! Кто это пробежал? Испугался? Нет, не испугался. Обосрался. Ну, вот сказать. Какие-то пароли. Пароли надо знать? Наверное. Я Димона видел эту рожу, я увидел. Блин. Блин, классно тебя напугало. Мне нравится. Я реально обосрался. А ты заорал громче, чем эта рожа. Теперь я хочу найти скримера. Я крест, Димон, нашел. Этот крест не туда ложится. Ой, музыка крутая. Была. Давай несем крест. Может, его положить надо куда-то? Я пока еще не отошел от того момента. А ну, сральники обыщи, Димон. Я буду крестом бить по голове, если что. Давай. Кто-то орет там. Так, что тут пишут? Ты, он...
Она. А. Вместе дружная семья. В общем, это склонения какие-то, наверное. Пойдем. Он сюда не встает? Я что-то так подумал, знаешь, на дурачка. А сзади креста ничего нет. Ой, крест поломался. Во, Димас, мы попали куда-то. Вот это мы на спаун попали обратно. Видишь? О, а что вот так? Мы еще здесь не были. Давай зайдем сюда. Да. А сюда нельзя зайти. Представляешь? А дай посмотрю, там ничего нет? А нет, там нет, есть. Нету. Есть, но ты не ломай. Ты главное. Не-не-не-не-не. Проходим. Так, сюда пройти никак нельзя. Эта дверь не открывается. Давай, Димас, изучаем. Пролезть? Изучаем. Так, ну это нам обратно, это обратно все идти. Так, нам это нужно шипит. Искать пароль. Да не, мы что-то не углядели. Так, пароль. Вот тут внизу подсказки, я тебе 100% говорю. Давай посмотрим. А, может, вот, надо перевести? Вот здесь вот подсказки, да-да-да, вот здесь вот они. Так, Я чувствую, Димон, мы здесь надолго, но я знаю один способ, как открыть. Не, подожди, вот здесь где-то в туалете должна быть подсказка по поводу ты видел, того, да? Пароля. Давай, может, тубзики завалялось, поищи, Димас. Тубзики-то должно быть. Бей по туалетам или чё? Первый раз такое слышу. Короче, ребята, мы ложки, ну мы пойдем открывать дверь, Димас. Мы, Димас, так не пройдем. Давай, открывай дверь. Может, на потолке что-то? Так, а чё я дверь не могу открыть? Эта дверь не открывается, вот это. Она заскриптована так, что ее можно только паролем открыть. Понял? Я прошел, я как жидкий металл. Слышишь, жидкий металл, дай тоже к себе. Пошли. Погнали. Теперь я хочу скримера поймать, давайте мне скримера. Так, это столовка, Димас, сейчас закупимся. Сейчас будет по-любому тут кто-то сидеть хавать. Давай. Налево. Давай. Крест еще один, ломаем. Не, бери его в руки. Я его поломал, было пол кинул, там что-то скрипт. А где тот еще один? Я его поломал. Та... Ой, что это за кишка? Кишки, точно. Чувак, мы сейчас тебя воскресим. Крест ему на... Видишь? Он ломается он и не воскрешает. Он съел его. Тебе, короче, продали бракованный крест. Нерабочий. Не, он просто его съел. Ох ты! Ты чё все штолы переломал? Офигеть! Вот это моща! Чувак приперся, крикнул, и тут все сломалось. Представь криком так ломать. Вот это офигеть, конечно. Да, давай металлическая. Сюда. Давай, заходи. О, тут кнопка, Димон, я нажимаю. Нажимай, конечно. Чё-то не ну сработало. Сейчас. Так, я пока его вот сюда поставлю, давай коробки положим. Ах ты дурак, что ли? Ты чё, пьяный, что ли? А чё он пьяный-то? Так, Диман, первый этаж, погнали. О, это спаун. Откуда? Чё за звуки? Не знаю, сверху. Да ну нафиг, пойдем наверх. Мужики, мы вам хлеба принесли, выходите. Это, давайте... Ох ты, мужик, тёлка. Кто? Это Алекс Венс. Ну, заходи. Вообще. На тебе картины по голове. Чувак упал. Ну давай уйдем отсюда. Я думал, дверь закроется. Так, гость. Сюда, Дима. Не упадал. Не упал. Ну, давай, прыгай. Сейчас, надо. Раза... Ох ты, морда голимая. В тот раз не было. Ржи, да. Давай. Тут зарал, конечно. Куда он сюда упал? Ах ты, мужик, тышка. Мне самое смешное и страшное. Где ты вперед? Я манал, иди. Так мы уже здесь. Да сильно много скриптов, ну нафиг. Где этот крест вонючий упал, Димон? Да не, мы здесь уже все. Нам не надо сюда, да. Нам точно было в очко и забрать тот крест. Вот, нам тут на спавн надо идти, на самый этот, да. Нам вот сюда. Вот, мне кажется, нам в эту дверь, Димон, надо. Вот сюда. Ломай их. А, туда? Я думал, сюда вот, нам надо. Вот это. Так получается, смотри. А чё смотреть-то? Иди сюда. Иди сюда. Так, если по логике рассуждения моего, нам сюда. Ух ты, мужила их! Крест, Димон! Все, тащи его отсюда.
Так, может отсюда что? Штыри! Крест поломался. Да-да-да. Это означает то, что открылся проход. Да? Да-да-да-да-да-да-да. Ничего себе, ты псих. Вот тут чувак, смотри, спарит. Мужик, тебе больно? Нет, ему хорошо. Как ты определяешь? Ну так, видишь, нормально. Себя чувствует. Если не кричит, то хорошо. Так, давай. Все, возвращаемся обратно. Так, а куда обратно-то? Куда это? А, вот сюда вот. Давай. Во-во-во, открылось. Точно. Ну, конечно. Давай, Дима, вниз. А, не угу еще? Вы что орете на нас? Мы добрые. Мы хорошие люди. Я вот Человек-паук. Сзади! Ого, мужик, ты что тут лазишь? Беги! У меня же мурашки на голове побегали. А что, вы уже не бежите нами? Не, он просто мимо пробежал. А что ты орал туда, Димас? Ах ты еще дурак, что ли, бегаешь тут? Иди отсюда, бля. А что ты, Димас, орешь, что тут все ходишь? А ты что орешь? А я не орал сегодня. Он просто резко выбежал. Нифига себе, дикий чувак, я вообще офигел. Иди, иди. Так, а чё это по болоту хожу, куда мне идти? Чё-то мы по кругу ходим, надо свернуть где-то. Чё за болото здесь? Так, давай там и прямо, давай свернем налево здесь. А вон он опять тут ходит, круги наматывает. А вон я тебя вижу, Диман, стой, вот. Да-да-да, я тебя тоже. А куда она? Да вот сюда вот. Там цифры вот, были на стене везде. Короче, вот просто нажимаем на кнопочки. Там цифры были везде. А, ну ты запоминал их? Нет. Так а чё ты не запоминаешь? Все, я вспомнил. А, вспомнил? Да. Ну-ка давай я тоже к тебе. Вспоминай, Диман. Все, вспомнил. Нормально у тебя память пойдет. Погнали. Короче, то же самое, только на втором этаже. Так он за нами опять не бежит? Вот не знаю, может тут другой будет челик. Так, давай. О, смотри, выезжает кабака. Это конец, ребята, мы прошли, что ли? И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!